Самое яркое футбольное событие этой недели – возвращение Амалиги. Уже завтра стартует вторая половина регулярного чемпионата. Осталось 3 тура. Главная интрига – кто попадет в топ-4 и получит путевку в плей-офф. Все гарантировало только Теребна. На оставшиеся 3 места претендуют Виктория, Техмет, Вольта, Лаипураш и Приднестровский Авангард ТВПМР. Завтра «Авангард» на Кишиневской арене «Лаизвор» сыграет против «Лаипураша». Начало в 20:50. Этот матч станет дебютным в Амалиге для Игоря Пикущака. Экс-нападающий Тирасполя, Шерифа, Краснодара попробует свои силы в «Сокке». Что из этого выйдет, по телевизору вы сможете увидеть в пятницу. Трансляцию матча «Авангард» ТВПМР «Лаипураш» смотрите 15 марта в 21:45 на Первом Приднестровском, сразу после вопроса дня.